Всем привет! Добро пожаловать на краткое прохождение Метро Исход, DLC История Сэма. Налейте себе чайку, возьмите каких-нибудь плюшек, присаживайтесь поудобней, ну а я начинаю. Для тех, кто не в курсе, Семен – бывший американский военный, один из членов группировки Артема из игры Метро Исход. Может, в будущем сделаю прохождение на эту игру. Напишите в комментах, хотите увидеть краткое прохождение или нет. В исходе Семен с Артемом и другими спартанцами добрался до Байкала. После всех событий Метро Исход, Семен решил вернуться на родину в Сан-Диего и найти там батю. Попрощавшись со своими товарищами, отправился на буханки во Владивосток. В ролике нам показывают, что на полпути у него поломалась буханка. И он нашел старый рабочий трактор, который завелся со стартера, а не шморгалкой, удивительно. Но прикол в том, что Семен нашел трактор на полпути к Владивостоку. А на минуточку расстояние между Владивостоком и Байкалом примерно 4000 км. То есть получается, он ехал на тракторе 2000 км со скоростью 40 км в час. Да. После такой поездки жопа у него деревянная. Ну оно и видно по его походке. Блять, что жопа чищется. Ну вот мы и в игре. Побродив по местности и посмотрев на разрушенный мост и город, красота-то какая. Я услышал голоса и выстрелы из разрушенного дома и решил посмотреть, что там за канитель. Как оказалось, там бичи ловили какого-то капитана. Ну что ж, надо ему помочь. Пах-пах-пах! Завалил их нахрен, я догнал капитана на крыше. Показал ему финт с пистолетом. Он охерел, конечно. Ничего себе! Я сказал, что дальше корабль, мне домой надо. Капитан показал подводную лодку и, рассказывая про еще одного американца по кличке Кот, в это время на нас напал местный босс мутантов. Знакомьтесь, граф Дракула. О, привет! Не этот, а вон тот. К слову, это единственный босс в игре. Блять! И первая встреча с ним, ну так, скажем, просто приветствие. Где ты, сука, блять, мышь ебаная? Повоевавшись с ним, он нас аккуратно опускает на землю. И улетел нахуй. После этого я проебал оружие и пошел шляться по окрестностям. Погладил змейку и опять наткнулся на каких-то бичей. Еб. Отъебем, сука. Мразюка ты ебучая. Никогда в жизни нахуй больше несу никуда свое жало, блять, ебучая. Понял? Блять, я тебя захуярил. Семен показал, что он не пальцем деланный, сломал парочке ублюдков нос. Скажем так, мы вежливо поговорили, но, как говорится, толпой и батькой легче быть. Очнувшись в лодке, Семен зачирикал на своем языке. После этого ребята доложили тому самому коту, который сейчас главный на подводной лодке. А поскольку он тоже американец, он пригласил Сему к себе. Добравшись до подводной лодки, нас встретил кот. Здорово, ёпты, бля! И отвел свой кабинет. Хороший календарик. В кабинете кот познакомился со своей правой рукой. Не с этой рукой, с вот этой. Звать его Клим. Привет, Сэм. Вовремя, Климовы ребята тебя пригласили. Док от ветра чищает, и хуел, блядь. И захотел выслушать историю Семы. Семен рассказал, что он бывший военный. Работал охранником в Пятерочке, то есть охранником американского посольства, где и застал катастрофу. В метро Семен был принят в орден рейнджеров, спартанцев, и был телохранителем полковника Мельника. Мельник – тестюха Артема, главного персонажа серии игры про метро. Ну, в общем, Семен рассказал коту, как он сюда попал и что ему надо в Сан-Диего до пахана. Достав бутылочку Хеннесси, кот угостил Семена бухлишком и рассказал, что до войны он торговал оружием на международном рынке. И о том, что поссорился с бывшим капитаном подлодки. Еще пообещал, что отвезет в Америку Семена, но у них нет бензина, чтобы заправить лодку. Естественно. Ну и как всегда, только бывший капитан знает, где находится 95-й бензин. А поскольку Семен недавно познакомился с капитаном, он согласился отыскать его и стать парламентером. В общем, покурив-то побухав, мы отправляемся в оружейную, где там Данила выдал универсальный детектор для поиска мин, автоматическую винтовку Сэмми и пистолет Сталион. Получив все это барахло и еще лодку в придачу, я отправляюсь искать капитана.
Спасибо, что лодка с мотором, а не с веслами, как в Эксодусе. Проплывая здание, я увидел, что кто-то бросил в воду какое-то дерьмо. А я за чистоту. Значит что? Значит, надо идти посмотреть, кто там насрал. Я обнаружил, что здесь обитают какие-то, блять, нудисты, что ли. В общем, первого я хотел убить как ассасин, по-тихому. Но хуй там плавал, в игре мутантов нельзя убить таким макаром. Перестреляв всех этих полуголых красавел, я нашел еще одного, который примерял прибор ночного видения. Отобрал у него, накормив патронами, понял, что пора выбираться. Но нудисты были против. Че, блядь, за... Ух ты, ёбаный каратист, нахуй, ёбаю, блядь. Вы че, охуели, ёбаный, толпой? Голову себе, блядь, сейчас кину, да и кирпич. Пидорасы, блядь. Где моя лодка, нахуй? Ёбаный сука. Вообще нахуй. Вас тут дохуя, блядь. В общем, еле унес оттуда ноги. После такой пиздюлины, проплыв метров 200, я подумал, что правильно посмотреть на карту и решить, куда двигаться. На карте было отмечено примерное местонахождение капитана и какие-то еще знаки вопроса. Вот с них, наверное, и начать. Приплыв к первому знаку вопроса, я кое-как припарковался. Да ебись она, сука, конем, блядь. Паркуйся, сучка, боком. Короче, за яйцом. Ничего здесь полезного я не нашел, но я знаю, что в этой школе есть один квест, который вырезали разработчики. Его можно пройти только с использованием читов. Поэтому, если вам интересно, пишите в интернете «Школа История Сэма», и там в ютубе Ванделей вам все расскажет и покажет. Ну а я поплыл к следующей метке с вопросом. На другом берегу обосновались бандосы. И как я позже узнал, они тут крутят кино. И непростое. Решено было пройти по стайлсу. И ясен хуй, что первый блин комом. Хотя в игре со стайлсом все ок. Похуй, похуй, вообще похую. Вот возле чувака мина ебанула, а ему пох, главное унитазы охранять. Со второй попытки все было гуд. Я как раз попал на начало фильма. А что тут ребята смотрят? Фильм был отличный. Показывали Белоснежку и семеро нейров. А вот на второй фильм я не остался. Администрация кинотеатра решила выгнать меня без билетника. Но я вспомнил, что билет у меня в рюкзаке. Удерживают нам гранаты, кишкарно. Лазерный прицел, блять, обожаю его. Тупо хуйня. Лазер зеленый, сильно модифицированный лазер. Слышишь, это что? Это хуйня, ребята. Вижу, папу! Охуенно. Ну а чё, охуенно я продумал. Ну чё, нормалёк, блять, посидел, блять, рюкзачок подъявился. Охуенно. Пидорасы. А вот это вы зря. Не, ну я ебать боец, блядь, добить. Да ты заебал нахуй. Пидорас, блядь. На, блядь. Лежать, насосать, блядь. Приглашение надо особое, или что? Ребята, я, блядь, просто, сука, нахуй, Рэмбо, блядь, хуемба, нахуй, блядь. Че ты, сука, встялся, гандон? Ну шо, сука? Hasta la vista, baby, на. Ёбану рот. Это ты в меня, чё так попал, блядь? Хуйня пьяна, блядь. В общем, разобравшись с бандитами, пора идти искать капитана. Он был напротив во многоэтажке, и ему надо помощь. Я попытался срезать путь, но лазейка закрыта. Значит, идем в дом. Ну ты не хуёво так появился, дружок. Развелось тут, понимаешь. Ну да, блядь. Хуёв.
Да сука нахуй, ты свою сраку, блядь, пидоры нахуй. Ебать ты живучий, блядь. Я говорю, хуёво смотрит нахуй на толчке. Ты мне что-то как... ты хуйню тут давил, блядь. Оооо. Ууу. Ага. Охуенно, ты продумал, блядь. Ух ты, сука, увернулся, блядь. Ёб, да хорош, блядь, головой своей ебучей мотылять. Котики. Котики, котики. Блядь, ну я, блядь, просто, блядь. Мастер метания ножей, нахуй, просто мастер, блядь. Я нахуй. Ну шо, 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 сука, тут делать, блядь? Туда? Шо я тут, блядь, найду? А-а-а! Пообщавшись с водяными нудистами, я бегал с полчаса и искал вход, как пробраться к капитану. Хоть в игре и есть указатели, куда идти, но я на них не обращал внимания. И только случайно нашел эту гребаную трубу. После нашел капитана, он спас меня, я его. Мы обменялись парочкой слов. Семен рассказал, что Том, он же кот, предлагает сделку. Эдуард ничего не ответил и повел Семена на свой корабль, на котором мы отправились к капитану в берлогу. Руно, снайпер, ложись! Да. По пути на нас напали бандюганы, и я, как Рэмбо, пошел объяснять им, что они не правы. Ну, они срали на мой авторитет. Ну и плюс я, Акаса, окей. Мне надо тут почистить усы, да, нахуй, что? Не надо высовываться, я им займусь. Уверен? Ну что ж, действуй. Та ебать, вообще, дивись, на похуях, нахуй. Ну нихуя себе ты баклажан, конечно. Ну, нормально, блядь. Ну, ёбаный в рот, где цей, блядь, пулемёт-автомат, нахуй? Война, блядь, иде, блядь. Ёбаный ты в пизду, сука! Да иди нахуй, сука, отсюда, гандоны, блядь. Та шо, блядь, нашли? Я хотел, сука, по стелсу, там вся хуйня, нахуй. В итоге, блядь, вот такая вот... залупа вышла, блядь. Сука, ты себе в голову стрельни, блядь. Гнида, ёбана. Гнида, нахуй. Тупо гнида, блядь. Это уже, блядь, не смешно. Она уже заебала, она, нахуй, сейчас. Да, сама начала. Вот мы доплываем. Вот, нахуй она нам надо, если мы можем дальше плыть, да? Или не, блядь. Ебать, а с калаша по тебе хуярю, ты хоть... В рот я ебал все прицелы, нахуй, если честно. Нихуёвый. Вообще, блядь, нихуёво ты так придумал, блядь. Гандон, сука, сраный, блядь. Расскажи, как ты сюда вылез, блядь, чмо, сука. Полезно. Сука, не стреляй! Свои, блядь! Ёп, блядь, да вы заебали, нахуй! Ебать я воин, нахуй! Пиздец, просто воин, блядь! Я же Рэмбо обучал, нахуй, как стрелять, там вся хуйня с лука, блядь. Аэробика. Хорошее сочетание. Не. Да ты слепый, я дивлюсь, нахуй, хналь, блядь. Ты такие, блядь, зрячие, как я, блядь. Как я мастер, блядь, кидать, нахуй, блядь, эти бутылки, блядь, ебучие. Хуй его знает.
Это, по-моему, подсылка, блядь, к сталкеру, нахуй. Там выброс, походу, идет. Вся хуйня. На, сука, як всегда, блядь. Наша миссия проста. Победить, блядь, неспроста. Молодчина, Сэм. Спускайся на причал, сейчас я тебя подберу. Ага. О, нихуя себе гаскута дал, блядь. Нихуёво. Ну как, проблемы были? Нормально. Где ты парканешься, блядь, сука? Тут это что? Открывай, блядь, мачту свою. Спасибо. Изрядно попотев и понервничав, задачу я выполнил. И мы с капитаном поплыли дальше. И вот, наконец-то, мы у Эдуарда дома. На подводной лодке есть ядерные ракеты, которые капитан не использовал в ядерную войну. И Том, он же Кот, хочет с помощью этой силы построить новое государство, где он будет царем. По пути в квартиру Эдуард рассказал, что после того, как поссорился с Томом, он решил заправить лодку и увезти ее с поселка. Трое его близких друзей ушли искать топливо. Нашли и назначили операцию на ночь. Договорились, что капитан их заберет на месте. Но все полетело в тартарары. В обусловленном месте его ждали люди Клима. Друзья капитана пропали без вести, а сам он еле ноги унес. После Семен позвонил Тому, и капитан по рации поговорил с Котом о сделке, в которой Кэп заправит субмарину, а Том оставит поселение и всех людей, которые не захотят уплыть с ним. Эдуард согласился, потому что у него нет выбора. А по-моему, выбор у капитана есть. Это дальше ни хрена не делать. Ну да ладно. Сделка состоялась. А после каждой сделки что? Правильно, надо ее отметить. Вот Эдуард с Семеном решили бухнуть. И это самые пиздатые сцены в DLC. Их надо видеть. Not bad, not bad. Идем посмотрим, что там с генератором. Ты уверен? И тот вламывается к нам старпом и орет. Где магнитофон мой, ироды? Да, думаю, все теперь. Включайся. Черт. Оказалось, не все. А? Слышь, что там? Музыка? Вот была бы у нас музыка. Вот это мысль. Так, ща разберемся. Вот теперь точно все, включайся. Now we are talking. Починил, да будет свет. Куда? Кстати, Сэм, а про себя рассказать не хочешь? Ты уверен? Давай, Сэм, жги! Могу, why not? И когда полковника похоронили, я понял, что мне пора. Я знал, что дед... он ждет. Спасибо, что рассказал, Сэм. Положение у нас тогда было совсем аховое. Пришлось согласиться. И вот этот вот гад хочет весь мир спасти? Ха! Он станет пиратом с ядерными ракетами. Понимаешь? Да. Не знаю. Но вряд ли прямо пиратом. Он же идейный. И-ха! М-Кинга звал! Хорошо. Вот что, Сэм. Отличный ты парень. Не знаю. Это он все же не псих.
Да, понимаю. А, черт с ним. Давай еще выпьем. Давай, давай, пей. Вот что, Сэм, отличный ты парень, но не хватает тебе уважения к старшим. Да, вот ты чего не пьешь? Эй, Эд, я здесь. Ты здесь? И там тоже. Странно, надо выпить. О, хорошо пошла. Not bad, not bad. Ура! Вот это мысль. Вот это совсем другое дело. Да! Эд! Чё орёшь? Эд, я ослеп! Мы что пили вчера? Да не ослеп ты, а мордой вниз спишь, и хватит так орать! О, голова раскалывается! Поэт! Вот поэтому я и не пью! Кошмар! Но оттягивает! На, полечись! Легче станет немного. Ну, если легче. Ну а на этом все. Погуляли мы с вами жестко. Сейчас отходняк. В общем, увидимся в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Хорошо.